Ксения Собчак стала ближе к народу. И дело даже не в том, что кандидат в президенты отправилась в тур по Сибири. И даже не в том, что вместе с обычными людьми окуналась в крещенскую купель при температуре минус 40 градусов. А в том, что по ее собственному признанию приобрела купальник для этих целей в обычном торговом ряду за 1700 рублей. Цену шопинга телеведущая озвучила в своем инстаграм, заранее понимая, что сейчас модные журналы постараются сделать сенсацию из внешнего вида Собчак, ныряющей в прорубь.